А перед началом ролика я бы хотел рассказать о моем канале Илья Зехус. Это канал, полностью посвященный нашумевшей и так полюбившейся всем нам игры FNAF. Яркие, смешные и страшные прохождения, полное погружение в атмосферу ужаса вселенной FNAF-а, и все это вас ждет на канале Зехус Илья. Подписывайтесь, ставьте пальчики вверх и не забываем про колокольчики. Все ссылочки будут в описании. Приветствую вас, дорогие наши зрители, MicroWorks. Это сессионная многопольская игра, где вы должны выполнять разного рода микроигры в быстром темпе без остановки, быстрее и лучше своих противников. Вышла игра 2 сентября 2022 года, на данный момент стоит 280 рублей, это по акции в минус 20%, поддержит как против игроков, для одного игрока, значит мы протестировать соответственно уже сможем. Ну и предлагаю сразу перейти к геймплею. Сразу вижу русский язык, это уже хорошо, обожаю, когда такое шикарное начало у нас. Так, громкость музыки, настройки высокие автоматически, определились, у нас есть достижения, таблица лидеров. Ну и давайте, я думаю, перейдем в геймплейный ролик. Ребята вроде обновляются, регулярно выкладывают всякие новости, создать собственный сервер, список серверов. Ну, мы начнем с быстрого матча. А есть список серверов? Найдены игроки пинг. А как мне проверить? Они просто кинули ключ, а я... А если я создам игру? Начать игру. Попробуем, хотя бы просто посмотреть, что она из себя представляет. Изнутри. В внутренней части. Так, вест пробел прыжок, левый shift и control, это толкать от других противников. Так, начинаем через 1-2. Прыгни два раза. Оп. Какое экшовое. Чего? Какое экшовое. Музыка. Не насыпай желтую птицу. Ага. Отлично. А, вот она какая. Быстро очень соображать надо, кстати. Так, что дальше на задание? Встань на желтую плитку. Изи. Пока изи. Так, что дальше? Ух ты, паразитец, какую цель? Вы чё? Они приколисты, это нереально, отвечаю, это нереально было сейчас. Доберись до конца. Ау! А как двигаться? А как двигаться, я даже не понял. Так, какое задание следующее? Сжатый, не наступая на ранее синих лиц. А, на ранее, то есть это на память еще. 25 раундов, капец. Встань на ранее синей плитке. Ты на красный стал рядом. Встань на синий... Настройки, наоборот, ходьба была. Блин, вот они хитро. Не наступай на ранее... Вот так, вот так. Да в смысле? На красный был. Заберись на платформу. А каким темпом? Оп. Успел. Блин, когда здесь много игроков будет, это будет жестко. Не останавливаюсь. В смысле? А это в каком смысле не останавливаться надо было? Тряси его. Вверх-вниз. Бля, пока я соображаю быстро. Оп. Есть. Дальше. Выпрыгни. Из чего? Выпрыгни, я не успел. А, выпрыгни из карты. А это... Вся, они приколисты, конечно. Монитор надо было перевернуть. Издевательно. Заберись на северо-восточную платформу. Да блин, я не вижу. Дверь все сразу не такая. Что это? Свободный раунд, все, я понял. Слава тебе, господи. Избегай. Отлично. Дома вообще в другой стороне стали.
Платформа будет прямо сейчас. Заберись на платформу. А, успел. Блин, когда много будет это, да, это как Fall Guys или как там игрушка-то. Возьми краба. Беру. В смысле? Я не успел, добежу чуть-чуть, что ли? Таня подсвечена плита. Отлично. Дальше. Заберись на язык. Так. Оп. А, на юг. Блин, наоборот. Да чтоб тебе. Слишком трешово, очень. Останься цел. Я понял. Босс раунд, свободный полет. Все. То самое чувство, когда тебя игра просто поимела. В смысле, я здесь что, на вопрос отвечать? А почему ты на английском? Викторина своих разумов, прекрасно. Писец. Оттащи. Джессика. Отлично, мы хоть что-то сделали наугад. Кэрри Пэмми Пуми Фрум. ХЗ. Они, вы, разрабы, вы просто изверги, отвечаю. Индоевропейская... Я все бабки, я все, что заработал, я их все просрал. Понятно, даже в таком я просерикал просто. Один только правильно. Не, можно было просто с телефона переводить и все. 100, тысяча баксов и все, да? Офигеть. Трешово. Опа, Халхан побеждает. Но я один. Не сохраняется, как в игре менее двух игроков, все, я понял. Блин, это реально трешовый же скач, который можно поугарать, ребята. Я вам серьезно говорю. Викторина только на английском, бляха, муха, ну как-то. Он же тоже, мне кажется, будет какое-то ограничение, будет время. Возьми краба, да где он, ёпта? Есть. 195. Так, дальше. Заберись на самую яркую платформу. А, ёптартар. В смысле? Она же не самая яркая была. Фиолетовый зеленый, где... чего это? Фиолетовый зеленый, зеленый. А, последовательность нужно было нажать, блин. Мой мозг еще спит. Лабанга. Дальше. Встань на ранний кра... А где? А, фиолетовые были красные, я понял. Что дальше? Свободный раунд. Самый изичный. Еще и 2 рубля. Комментарий о 6... Увидели? То есть нужно было... Бля... Они еще разные. Заберись на платформу. Они издеватели, я вам серьезно говорю. Ты залез на одну, в итоге другая. На сиди платформе. Возьми краба. Крабик, ты где? Братан, ты где, краб? Я не вижу вообще. Ну давай. Заберись на синюю. Да ёпанский, да. Да хорош, уже красная здесь. Зеленая. Не двигайся. Провалил, но я потому что двигался. Встань на ранее желтую.
Прекрасно. Избегай призрачных. Ёб твою мать. А чё их так много? Избегай. А, получил 800. Успел, 500. Что раз я 6 косарей набрал? Добавляю до 9, чего? Добавляю до 9, чего до 9? А, вот эти хрени надо было стрелять, бляха-моха. Заберись на балкон, перегонули кора... Ну там зеленая была, здесь красная. Не хотя хрен знать, не прекращай бегать. Да как серьезно? Свободный раунд. 8 минус 5 строк, ничего. Шу... Да чего, я не успеваю сообразить даже. Время ограничено. Ограничено очень. Заберись на платформу. Хорош, успел. Дальше. Найди выход. Ох ты, смотри какой лабиринт. Нет, с толпой играть на самом деле очень будет нормально. Это, кстати, назад кнопочка затряси его. А. Хорош. То есть тут не запомнишь, получается, по сути. Хорош. Босс раунд. Где он? Чтобы дойти до босса, скорее всего, наверное, нужно будет пройти эту гребаную викторину, которую я не знаю, да? Ох ты, тут какие еще режимы идут, обалдеть. Бля, сильно переборщил. А как здесь мне вот так сообразить? Для перелет. Провод на мышке для рывка. А, просто есть рывок, да? Для атаки языком. Боже мой. Из меня лягушка, это что-то с чем-то. Дай бог получится. Экшуем. Еще лучше. Да японский дом. Это реально тяжко, я вам серьезно говорю. Так. Давай. Да хорош, ну как так-то, а? Так, фокус. Не знаю, допрыгну. Оп. Оп, да смысле? Да бляха-муха. Я тут все бабки сейчас просру, отвечаю. Я допрыгну же. Блин, почему нельзя просто ходить, я? Не допрыгну. Ну, почему так? Есть. Да ты конченый лягушонок. Не допрыгнет же. Блин, он не умеет прыжка, кстати, херачит. Давай. Да в смысле, я же запрыгнул сюда.
Босса раунд завершен. Конечно, я до босса не дошел, ёпта. Трэшово, очень трэшово. Очень трэшово, что даже не объяснить словами. Хайлхан побежает, естественно. Но я один, потому что... Ладно, здесь реально нужны люди. С людьми будет очень угарно, очень прикольно и очень весело. Быстрый матч же я не могу. Да. Музыка нравится, все нравится в целом. Блин, активности действительно не хватает. Я надеюсь, что здесь что-то появится. Будет, буду следить за ней. Либо просить друзей, чтобы также купили и по ней снимать какой-никакой контент. Кстати, есть также кастомизация. Можно, смотрите, подстроить, сделать красненькие. Глаза тут настроить. Это все бесплатно, да? Ну, скорее всего, может потом добавить какие-то скины, либо еще что-то. Обычно в такие игры как бы добавляют. Вот они, аксессуары идут. То есть, ну, достаточно все круто, просто и экшово. Вот и все. Не забывайте также поставить лайкосик, подписаться на канал. Всем спасибо, всем пока.